85 лет спали на пластиковых скамейках. Больше месяца, 40 с чем-то дней. Представляете, на пластиковых скамейках все здоровы. Это мы видим чудеса Всевышнего. И когда мы видим чудеса Всевышнего, мы должны за эти чудеса благодарить и прославлять. Потому что если мы этого не делаем, то что? То Всевышнему приходится нас пробуждать по-другому. А мы же не хотим, чтобы нас пробуждали по-другому. Поэтому лучше быть пробужденными через благодарность Всевышнему. Я сегодня утром шел, делал упражнение, как раз напомню, вот мы с вами как уже же прошли, мы сегодня у нас будет 46-й урок. И в одно из упражнений, вот здесь из Равзеля Каплистина, это такие практические примеры, было, когда ты видишь что-то вокруг себя, что все это использовать как reminders, как напоминатели на благодарность. Например, вот идет, ты идешь навстречу, видишь человека, там очень пожилого, ему тяжело идти. Это напоминатель тебе сказать Всевышнему спасибо, что я пока еще могу ходить, слава Богу, и мне это не сложно. То есть обычный человек, он это не замечает, насколько он может ходить. Видишь кого-то в очках, скажи спасибо Всевышнему, что у меня там хорошее зрение. Видишь кого-то, ребенка, думаешь, спасибо, что я уже не ребенок, сейчас бы меня за руку водили в детский садик, а кто сейчас хочет так? Ну и так далее. И любую вещь, которую ты видишь, можно использовать как напоминалочку за то, чтобы поблагодарить. Да, как известно, как доктор один, он практиковал благодарность, и он больного осматривает, и такой: «О, хорошо, Господи, как хорошо, как хорошо». А больной спрашивает: «Доктор, а что так хорошо?» Он говорит: «Вы знаете, хорошо, что у меня этого нет». Но так нельзя говорить, вслух это нельзя говорить. Но думать и благодарить Всевышнего за то, что Он дает нам, каждому на своем месте дает что-то, чего у миллионов других людей нет, у миллиардов других людей нет. Есть миллионы людей в мире, у которых нет воды, вообще нет воды, чтобы пить, в Африке, например. Есть миллионы людей в мире, которые голодают. Есть миллионы людей в мире, которые находятся в боевых действиях сейчас, в окопах, раненые и так далее. То есть, ну, это очень, вы знаете, всегда можно практически найти ситуацию, которая была бы хуже, чем сейчас. Вот, понятно, да? Важно, хотите вы поблагодарить или нет. Благодарность, она улучшает состояние. Мы уже это знаем, и поэтому мы продолжаем дальше изучать. Сегодня у нас 46-й урок. И говорит нам Рав Шалом Аруш. Он говорит так, что радость – это вера. Он говорит, смотрите. Радость – это вера. Человек находится в секунде реальности, да, в секунде реальности. Все остальное это его субъективная реальность, в которой он предполагает, что его ждет, предполагает, как оно работает, предполагает, он обезьяна ходящая, или лужа вертикально ходящая, или душа божественная. То есть человек живет в мире своих предположений, историй, субъективной реальности. Теперь говорит Рав Шалом Аруш, что почему он говорит в молитве, в официальной еврейской молитве, есть в начале, мы говорим Шма Исраэль. Шма Исраэль — это декларация веры, это утверждение: «Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, Бог един, Он все это Бог», да? То есть вначале ты декларируешь веру, что все от Бога, что все это Бог. Потом после этого идет молитва, которая называется Шмона Эсре, да, 18 благословений, в которых внутри, среди этих 18 благословений, есть одно благословение, Шма Колейну, услышь голос наш, в котором мы просим личные нужды. Все остальное это такая вот прям установленная молитва, 18 благословений. Он говорит, когда мы вначале говорим «Шма Исраэль», говорим «Господь един». То есть мы включаем свою веру, и посредством этого пробуждается радость. А вот когда пробуждается радость, говорит он, тогда и встают на молитву. И в этом предел радости, то есть приближение к Всевышнему благословенному, ибо в этом предел радости радоваться ему. Благословен он, ибо молитва – это приближение, как известно. И заканчивает отрывок, он приводит отрывок из Раби Нахмана, своего учителя, что все помехи бывают через нарушение радости.
Ибо молитва в радости – это исцеление всего и спасение всего. Эта идея, она проходит, он на этой идее построил всю свою книгу, всю свою систему, что надо молиться в радости, надо жить в радости, надо жить в благодарности. Это является целью. Но есть об этом и другие тоже раввины пишут, говорят. Здесь просто это как бы основа всего. И то есть идея в том, что пророки получали пророчество в радости. Что если тут идет, как вы знаете, палка, как не палка о двух концах, как две стороны медали. Если ты в радости, ты близок ко Всевышнему. Если ты близок ко Всевышнему, тогда у тебя от этой близости приходит радость. И пошла волна, одно на другое нахлестывается. Чем ты более радостный, тем ты больше ближе ко Всевышнему. Чем ты ближе ко Всевышнему, тем ты больше радостный, у тебя получается. Все. Теперь, но обычный человек попадает в петлю наоборот. Он впадает в уныние. В унынии он видит, что все еще хуже. Когда ему еще хуже, у него он видит еще совсем хуже. И так он дальше попадает в петлю, а чем он ему хуже, тем он дальше от Всевышнего. Потом в какой-то момент он попадает уже в какую-то такую яму, что он начинает плакать, просить Всевышнего «спаси». В этот момент он через ворота слез, он присоединяется ко Всевышнему. Но Рав Шалом Аруш говорит, что это не самый приятный путь. Довести ситуацию до такого, когда ты уже рыдаешь, и когда ты уже не можешь, и ты уже все молишься. И тогда Всевышний, может быть, тебя вытаскивает. Но если ты уже так привык быть унылым, то ты, когда он тебя вытащит, ты опять начинаешь ныть, как было с еврейским народом, которые уже от боли их угнетали в Египте. Потом Всевышний услышал их плач, он их вывел. И когда он их вывел, они все равно оп, и опять упали. И он их опять поднимает, они опять падают. Он опять их поднимает, они опять падают. Он говорит, нет, надо себя приучить все время, то есть замечать, искать, молиться о том, чтобы быть в радости, и тогда ты приблизишься к Всевышнему. Дальше он приводит один интересный пример и говорит, однажды пришла ко мне одна женщина и рассказала, как ее замучили уродливые прыщи на лице. Она хотела посвятить этому 6 часов уединенной молитвы и спросила, что я об этом думаю. То есть она пришла к нему и советоваться, вот я сейчас уйду в лес, в поле и 6 часов буду молиться, чтобы у меня эти прыщи ушли. Я ей сказал, ты можешь посвятить этому сколько угодно уединенных молитв, но не забывай сначала поблагодарить Всевышнего за эти прыщи. Это наверняка это к лучшему. Ведь лишь благодаря им ты пробудилась, чтобы совершить долгую уединенную молитву и сильнее приблизиться к Всевышнему. Признай, что если бы не эти прыщи, ничто бы не подтолкнуло тебя к этому великому делу. Поэтому знай, что прыщи – это великое благо. И тебе следует им радоваться, так он ей сказал. Благодари Всевышнего, что он презрел, что он увидел тебя, сделал тебе больно, чтобы ты пробудилась, и приблизилась к нему посредством 6-часовой молитвы и взяток на себя обязательств. И если ты искренне от всего сердца будешь радоваться, благодарить Всевышнего и так далее, он сделает для тебя чудо. И ты можешь ему намекнуть, что следует исправить и как. Но, значит, и можешь к нему обратиться в конце уже с просьбой о таком незаслуженном даре, как исцеление. Вот очень здесь интересная такая идея, да? Если, получается, он приводит итог, что беда – это великое благо, приближающее человека ко Всевышнему. Это вечное, ничем не сравнимое благо, плодами которого человек пользуется уже в этом мире. Он близок ко Всевышнему, верит в него, его жизнь превращается в рай. То есть, как он объясняет, как работает? Вот живет человек, и у него, благодаря его каким-то неправильным поступкам, а самый неправильный поступок по мнению Рав Шалома Аруша, это неблагодарность Всевышнему, то есть он тебе дает, ты ему неблагодарен, это как воровство, можно сказать, то есть это самая ужасная по его системе вещь. Ну, люди делают и другие вещи, которые не такие явно, вот, есть люди просто ноют, но, а есть люди еще там, ну, делают разные неправильные вещи. Теперь, когда человек делает неправильные вещи, ну, это очень понятно в сфере здоровья, например. Если человек делает неправильные вещи против своего здоровья, то его здоровье может в какой-то момент пошатнуться, и он начинает падать. Начинает он падать,
А в жизни, если он делает неправильные вещи, у него приходят неприятности. У кого-то деньгами, у кого-то отношения, у кого-то здоровье. И он начинает падать. Падает он, падает. Теперь, он, когда ему плохо, он хочет вылезти обратно, но он не знает как. И часто он начинает делать те же самые вещи, которые делал, только еще сильнее, которые его загоняют еще глубже вниз. То есть он был недовольный, он еще больше недовольный. Он был с людьми плохой, ему стало плохо, он еще хуже с ними стал. То есть очень часто человек начинает усиливать делать те вещи, которые его в эту яму и привели. Теперь, что говорит Рав Шалом Аруш? Если ты хочешь очень резко получить от Всевышнего спасения, да, ты говоришь, я в яму упал, просто вытащи меня. На каком основании? То есть Всевышний же это законы природы, причинно-следственные связи, законы духовные, законы физики, химии. Это все всесильные. Теперь, если по этим законам ты попал в яму, а что он должен тебя вытащить? То есть все, что, как сказать, что, как же, ну, в общем, что хотел, то и получил, или что давал другим, то и получил. То есть есть преступление, есть наказание, все честно. Теперь человек же, он просит Всевышнего, он говорит ему, ну, я понял, я осознал, я, наверное, неправильно делал, я, наверное, то, спаси меня, буду хорошим. Часто этого хватает, и Всевышний человека в заслугу раскаяния, это называется раскаяние, он его спасает. Но Рав Шалом Аруш, он предлагает такой реактивный двигатель, более быстрый лифт. Он говорит, смотри, ты, когда тебе плохо, ты сделай раскаяние из любви. Ты скажи спасибо тебе, что наконец-то ты мне открыл глаза. Спасибо, что ты меня заметил. Спасибо вообще, что ты меня в эту яму посадил, что ты меня пробудил. Ты обо мне помнишь, ты меня любишь. Ты меня вот сейчас прям мне мордой об асфальт показал, где моя ошибка. Спасибо тебе. Он говорит, это не просто тогда раскаяние. Это раскаяние из любви, которая переворачивает преступление в наоборот, в то, за что дается награда. То есть это, а почему так? А потому что это парадоксально, это нереально. То есть так могут сделать единицы. То есть это конкретно исправление. Знаете, как вот бывает пятно какое-то, да? Есть человек, у него пятно, он еще сильнее его делает. Есть человек, который начинает его там как-то чистить. А есть, который прям какое-то берет такое сверхсредство, которое бах, волшебное средство, и убрал пятно. Вот этот способ, благодарность в момент, когда тебе плохо, ты в яме, это и есть то волшебное средство. Получается, что беда – это великое благо, приближающее человека ко Всевышнему. И он за счет того, что он в этот момент это понял, осознал, и то он получает такую заслугу как бы, да, перед Всевышним, которая действительно меняет его статус. То есть тот человек, который это когда-то видел в более в такой вот мягкой форме, и тогда, может быть, это станет понятно. Человек становится молиться и просит у Всевышнего, чтобы он изменил его ситуацию в мире. Задают вопрос, это Рав Шломо Вольбе такой есть, ну, раввин, который это называется нравственность, да, направление нравственность, мусар. И он задает вопрос, он говорит, а на что он надеется? Он что думает, что Всевышний ему по ошибке что-то сделал? Он думает, что он сейчас Всевышнего уговорит, что типа ты что-то там, может ты забыл, что мне надо что-то совсем другое, может ты мне по ошибке дал. Он говорит, естественно, что человек ну, не может уговорить Всевышнего изменить его ситуацию. Но, говорит он, как же работает молитва? Человек во время молитвы меняется сам. Во время молитвы это акт веры, раз. Во время молитвы его разум становится, как он пишет Рав Шломо Вольбе, его разум становится таор веяшар, он становится чистый и прямой. Он во время молитвы, когда он обращается к Творцу Мироздания, к Создателю Мира, он в этот момент признает его власть над миром, он признает, что Всевышний все делает правильно, и в этот момент он сам меняется. И к концу молитвы это уже другой человек. Не то, что он уговорил Всевышнего, измени, пожалуйста, против закона, сделай там, ну, как-то обрати на меня внимание. Вообще нет. По закону тому, кто начинал молиться, было положено все его неприятности. Тот, кто закончил молиться, уже он чуть-чуть изменился в лучшую сторону. Рав Шалом Аруш говорит, ну, если ты будешь молиться с радостью, если ты будешь молиться с благодарностью, если ты войдешь в состояние радости в этот момент, это будет такой акт веры. Это будет такое исправление,
что, естественно, Всевышний сделает для тебя чудо, потому что ты сам сумел сделать чудо. Потому что такое отношение к своим неприятностям на уровне чуда. Великий дар. После этого он объясняет, рассказывает свою личную историю. Рав Шалом Аруш делится своим опытом, как он к этому пришел. Он говорит, чтобы более детально понять, каким образом зло оборачивается великим благом, расскажу о своей беде, обернувшейся для меня величайшим подъемом со всех точек зрения. Около 30 лет назад Творец устроил так, что мне выпал великий дар под названием «Долги». Так он пишет. И это был не обычный долг в несколько тысяч долларов, а огромные долги во много десятков тысяч, которые невозможно было вернуть естественным путем. Я должен был работать днем и ночью лишь для того, чтобы выплачивать ежемесячные проценты с долговой суммы. Я не знаю точно, за что был у него долг. Мне вот интересно это узнать, я прям постараюсь узнать. Но могу сказать, что у меня есть предположение, просто, может быть, оно будет полезно кому-то. В момент, когда человек начинает благодарить, он начинает прославлять Всевышнего, у него резко улучшается эмоциональное состояние, и появляется много сил, и у него появляется радость, он видит, что Всевышний с ним. И в этот момент, если у него не исправлены его принципы и правила, по которым он живет, то он может снова начать делать ошибки. То есть человек, у которого много избыток энергии, уверенности, веры, он может наделать ошибок. И я много раз сталкивался с людьми, которые только они вылазят из каких-то ям, и их начинает все, я с Богом, Бог со мной, поехали. Занял там под проценты деньги, вложил куда-то не туда, пошел в казино. Так нельзя. То есть, когда ты уже начинает тебе вести, нужно, вот я помню, у меня было, когда Хазар Тибетшува стал религиозным, я себе сказал, пока не изучу точно Шулхан Арух, как правильно действовать, пока не изучу, я не вернусь в бизнес, я не вернусь, потому что я понимал, что те принципы, по которым я работаю, они может быть, неправильные. То есть те принципы, которые я изучал когда-то в Харькове, да, Харьковская школа бизнеса, я когда-то работал с покойным Кернесом, да, был такой... В Харькове Геннадий Адольфович, его было, Геннадий Адольфович, Кернес, Депор. Вот, и Харьковская школа бизнеса, она специфическая, назовем это так. И поэтому я себе сказал, нет, вот я думаю, что, не знаю, я спрошу точно, узнаю, как он попал в такие долги. И он говорит, что я взвесил все случившееся обстоятельно и понял, что поскольку действует принцип «нет страданий без греха», мне, несомненно, следует исправить что-то в духовном плане, так как именно по этой причине я оказался в долгах. То есть, я сказал себе, эти долги подобны дереву, и какое бы решение я ни нашел, какое бы действие ни произвел, я просто отрублю одну из ветвей, на месте которой вырастут новые. Поэтому нужно решить проблему в корне. А это возможно лишь с помощью молитвы и раскаяния. То есть, он тогда понял такую вещь, что раз у него выросло такое огромное дерево этих долгов, то недостаточно решать проблему локально, тут отдал, там отдал. Нужно понять, на каком корне это выросло, какая у него есть духовная проблема, которую... И, в общем, он пошел к своему раввину, он тогда учился у рава Элиэзера Берланда. И тот сказал, да, у меня тоже в жизни был этот период. И он очень... И он сказал так мне, зная так сильно, как меня приблизили к Всевышнему долги, ничто на свете не могло приблизить. В общем, он говорит так, я решил, пойду, чтобы отдать долги, я пойду работать на Всевышнего. Пойду работать на Всевышнего, и я, значит, на 8 часов в день выходил, я стал каждый день предаваться уединенной молитве о долгах. В самом начале молитвы я первым делом благодарил Всевышнего за его дар, за долги. Я ясно видел какой-то чудесный дар, помогающий мне все больше и больше приблизиться к Всевышнему. И благодаря этим мучительным долгам я тут же получил две выгоды. Первая выгода. Я пробудился к долгой молитве из глубины сердца. Без долгов я бы делал бы это гораздо меньше. Когда человек находится в беде, да, то у него есть стимул молиться, делать что-то сверх такое, что он делал обычно. И он говорит, я, значит...
Первое, плюс, что я увидел великое чудо, беда пробудила мое сердце и так далее. Вторая выгода. Я увидел, что в каждой молитве о долгах Всевышний дает мне понять еще что-то. Какую-то мысль, какой-то аспект, подлежащий исправлению. Таким образом, благодаря долгам я все больше и больше приближался ко Всевышнему, и это преисполнило меня великой радостью. Мое духовное состояние улучшается с каждым днем, и это тоже меня наполняло радостью. И в итоге он говорит, да, я смотрел на мир с верой, радовался долгам, и при каждой возможности пускался в радостный пляс. Но люди, знавшие меня и мое положение, удивлялись. Чего это они говорили? Почему это? Значит, он пляшет. Он в такой беде, а пляшет и радуется. Может, он с ума сошел? А я им отвечал, значит, как говорил Раби Нахман, я живу хорошо, в моей жизни нет никакого недостатка. И в чем же благо этой жизни для меня? В долгах, сказал он. Представляете? И что... Долги не приводили меня в замешательство. Я полностью верил, что в божественном предопределении не может быть ошибки. И мои долги, несомненно, к лучшему. Я поддерживал и свою жену, да продлятся дни ее, говоря, что мы обязательно выберемся из долгов. А когда выстоим в этом испытании нашей веры, совершим служение молитвой и раскаянием, и у нас останутся замечательные инструменты веры и упования, которые будут с нами всю жизнь. Все, я на сегодня это не до конца. Завтра мы продолжим. Я сам не читал, что там дальше. Я постараюсь узнать Блинедер. Я прям сегодня запишу себе сейчас в задание. Постараюсь узнать, за что у него были долги. Прям мне очень интересно. За что у него были долги, я постараюсь узнать. Если кто-то узнает, может быть, кто-то знает кого-то, кто знает близко Рав Шалом Аруша, может быть, у вас тоже получится узнать. Теперь у нас осталась вторая книга. Вторая книга у нас осталась... В, значит, 46-й урок. Говорит нам Рав Зелик Плистин. Watch your words, they create your life. Наблюдай за своими словами, они создают твою жизнь. Он говорит, что words you speak программируют. Слова, которые ты говоришь, программируют, и они устанавливают прям, они создают твой mind, твой интеллект. Значит, и когда ты говоришь слова благодарности, ты программируешь свой brain and mind, свой мозг и интеллект, проживать все больше и больше благодарности. Твои слова сотворяют тебя, говорит он дальше, и когда ты создаешь привычки, твои привычки создают тебя. И когда ты регулярно говоришь слова благодарности, ты развиваешь... То есть ты словами программируешь свой мозг и интеллект, а еще ты развиваешь привычку, habit, говорить слова благодарности. Дальше он эту идею очень сильно объясняет, и он говорит такую вещь, что это хорошая идея, такой как инструмент, решить для себя, принять решение. Когда ты слышишь себя говорящим что-то неблагодарное, нужно immediately, нужно немедленно сделать 5 каких-то благодарностей, в исправление. То есть, например, вот вы послушали урок, да, ну классно, да, вот Давид Друвицкой говорит, класс, хорошая неделя, все, слава Богу, жив, здоров, значит, солнышко светит, нашел 5 благодарностей, за которые благодарен. Хорошо, значит, потом едет в автобусе, задумался, и вдруг ловит себя, что жалуется. И тогда он, как себя поймал, чтобы жаловаться, говорит Рав Шалом, Рав Зелик Плистин, нужно 5 сказать благодарности, 5 найти за то, за то, за то, за то. То есть я когда-то помню, когда я начинал свой путь, я делал тогда упражнение, на тренингах у нас было такое упражнение, называлось оно «За то». То есть если ты видишь, например, вот там, разбил что-то, да, разбил. Зато у меня есть там велосипед, зато у меня есть очки не разбил, зато очки не разбил. Вот это классно, да, там чашку разбил, очки не разбил. Зато, значит, сейчас приеду, попью кофе. То есть нужно переключить себя зато вот этими словами на 5 вещей позитивных. И как бы выдернуть себя из этого состояния негатива. Потому что мозг, он имеет такую особенность переключаться ассоциативно.
если ты входишь в негативную какую-то реальность, которую ты себе построил, да, то есть если ты высвечиваешь негативную реальность, потому что реальность, она огромная, безграничная, бесконечная. И внутри каждого из нас, и снаружи, и в ожиданиях. Ожидание – это проецирование настоящего и прошлого на будущее. Никто будущего не знает. Мы все проецируем свои привычные модели мышления на свое будущее. Поэтому человек, который сегодня недоволен и недоволен был вчера, он не может быть доволен будущим. Он, понятное дело, что он боится будущего, потому что он проецирует, что в будущем я буду как минимум также недоволен, а может и больше, да, думает он, поэтому он будет волноваться. Поэтому исправление, благодарность в настоящем и в прошлом, да, когда ты прошлое пересматриваешь, да, никогда не поздно иметь счастливое детство. То есть можно пересмотреть свою жизнь, и можно за свою жизнь действительно сказать, что все, что было, как Стив Джобс говорил, что точки соединяются из будущего. То есть ты можешь отсюда сейчас пересмотреть, что все, что было, для того, чтобы тебе сегодня прийти на урок благодарности и осознать, что у тебя есть только то, что есть. Вот другого нет. То есть это, ну это простая истина, это как дважды два. Да, мистер Очевидность. Но многие эту очевидность не признают. То есть то, что у тебя есть. Все, у тебя другого нет. Это факт. Вот то, что есть, есть. Теперь, если ты это то, что есть, обесценишь, то ты обесценишь единственное, что у тебя есть. А что так, что ты выиграешь? Ничего. Поэтому надо начать с того, чтобы оценить то, что есть, найти в нем вот то, за что ты можешь благодарить искренне, порадоваться, не выбрасывать свое настоящее в мусорку. Теперь, после того, как вы настоящее оценили и превратили в рай, в сказку с помощью благодарности, у вас появляется тогда инструмент для того, чтобы и прошлое, и будущее сделать раем. Все. И это все вам обеспечивает близость ко Всевышнему, а близость ко Всевышнему обеспечивает все остальные бенефиты, плюсы, которые есть в этом мире. То есть уже лучше этого нет. Да? Чем ближе ты ко Всевышнему, тем ты более свою божественную природу проявил. Это не то, что ты создал что-то новое. То есть у нас у всех есть в потенциале невероятная близость ко Всевышнему. Просто мы из потенциала можем выводить в реальность или близость ко Всевышнему и радость. Или мы можем из потенциала выводить в реальность неблагодарность, скуку, депрессию там, и так далее. Это тоже это некий способ создавать и творить свою жизнь. Выбирай, как сказал Всевышний, выбирай, что хочешь, то и выбирай. Все, удачи, всем успехов, хорошей недели, Шавуа Тов, чтобы мы с вами радовались, и чтобы в заслугу нашей радости появлялось все больше поводов для радости. То есть в этом и есть. А если Всевышний что-то делает, это всегда для добра, чтобы мы видели в этом добро, но чтобы нам это не сложно было видеть. Да? Молиться, что, скажем, мы такие люди не очень, как сказать, не очень креативные. Поэтому, Всевышний, пожалуйста, давай мне уже такие поводы, чтобы я уже не ошибся и радовался. Чтобы мне не приходилось напрягаться и искать в прыщах радость, в долгах радость. Пускай я буду находить радость в чем-то позитивном. Но я уже за это надо благодарить тогда в 10 раз, потому что это просто. То есть упражнения простые, их надо много делать, долго. Есть упражнения сложные, их достаточно сделать там один раз, 5 секунд, но они сильно тебя развивают. Но вот именно важно, когда все хорошо, создать вот этот запас прочности, чтобы Всевышнему не нужно было нас пробуждать какими-то неприятностями. Все, удачи, успехов, до завтра. Завтра встречаемся с Божьей помощью во сколько? В 10:00. Счастливо.